Президент Садыр Джапаров подписал указ о Национальной аттестационной комиссии при президенте Кыргызской республики. В указе отмечается, что стратегическое значение науки в технологическом развитии современного государства определяет необходимость ориентации научной и инновационной деятельности на решение проблем социально-экономического и культурного развития страны. Так, в целях дальнейшего совершенствования государственной системы аттестации научных и научно-педагогических кадров постановляется преобразовать Высшую аттестационную комиссию при Министерстве образования и науки в Национальную аттестационную комиссию при президенте.